Стоимость обучения в казахстанских вузах может вырасти. Этому может поспособствовать инфляция. Об этом сообщил вице-министр науки и высшего образования Куаныш Иргалиев. Он отметил, профильное ведомство ежегодно призывает университеты не повышать расценки, однако заведения имеют академическую и управленческую свободу, поэтому могут самостоятельно менять сумму с учетом ситуации на рынке. Так, например, в прошлом году инфляция составила 14%, что заставило некоторые вузы увеличить стоимость обучения до 16%. Стоимость обучения, она может варьировать в зависимости от региона, да, того или иного Казахстана, в зависимости от расходов, которые они имеют. Это, видите, все связано с экономикой. Рост на уровне инфляции – это естественный процесс. Да. Да. Другое дело, если же радикально поднимать, если у него было 300 тысяч, и он поднял там до миллиона, то, конечно, это неприемлемо.